это день. Мы думали слишком мелко, Питер. Зачем заменять потерянные конечности их копии, если можно улучшить их? Разумеется, люди, потерявшие руку, мечтают вернуть потерю. Но мы можем дать им кое-что лучше. Не обязательно придерживаться стандартов человеческого тела. Мы можем пойти дальше. Нужно это обдумать. Док очень воодушевлен. Лишь бы не перегорел. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Нет, но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше в адской кухне. Можно вызвать саперов, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника. Да, понимаю, дефицит бюджета и все такое. И? Пожалуйста, посмотри, а? Ага, волшебное слово. Я надеюсь, это научный проект какого-то школьника. Как я скучаю по тем временам. Школьные проекты были проще реальных. Пока я здесь, нужно осмотреть передатчик. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия. Должно сработать. Сейчас испытаем.
Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Надгробие. Сколько же от него проблем? Толстая кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым – худшее из его занятий. Вот, та машина. Решили покататься? Черт, это Человек-паук! Вызывай подмогу! Я прикончу его! О, господи, тут вся банда. Всего один выстрел! Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. А, контейнеры для химикатов. Но чистые. Похоже, они с завода Алхимакс в Гарлеме. Но что в них было? И этот звук означает, что наш раунд завершен. Нужно зайти на Алхимакс и узнать, что было в этих бочках. Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное.